Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно записывайтесь на мои экскурсии, подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки, как всегда, в описании к этому ролику. Сегодня 23 февраля. Поздравляю всех мужчин с Днем Защитника Отечества. А погода на сегодня у нас следующая. Облачно. Сквозь облака пробивается солнце. Буквально час назад было ясно. Подразогнали тучки к празднику. Дождя, в принципе, не ожидается. А температура воздуха около 8 градусов тепла. На море дует ветерок. Солнце своими лучами пробивается сквозь облака. Разноцветная. Люди гуляют по набережной. Температура моря около 8-9 градусов. Так кто-то кормит чаек, и они застыли в воздухе в очередной порции хлеба. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно записывайтесь на мои экскурсии, подписывайтесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!